15 минут. Нате вам свет. Не реже, а. Зубки режутся. Спать не могу. Ужас мой какая. Мочи режу вообще. Я кому сказал заткнуться? Не реже. Заткнуться, сволочь. Дивова, а у меня когда зубы болят, я к врачам дорогу забыл. Не хожу, все. А кого ты ходишь? К жене делу. Вот ты сволочуга! Ты ж в Деда Мороза попал, блядь! К жене хожу я, к жене делу. А почему жена? Вот смотри. А. У меня как только зубы болеть начинают, я иду домой, ну, к жене. Так. Мы с ней в кроваточку ложимся. Любовь, такая любовь. Все, ты говоришь, все. Я вообще про боль забываю, все. Что, помогай? Только этим спасаюсь. Жена. Васенька, а она у тебя сейчас дома? Дома, девочка, дома. Дома? Ну-ну, давай. Иногда, посмотрев какой-нибудь фильм, хочется воскликнуть. Это фантастика. А мне хочется воскликнуть. Номинация «Лучший фантастический боевик». Это было, есть или будет. Когда это случилось? Вчера, сегодня или завтра? И кто это или что это? Не знаем, то имя этому – тварь. Искусство кино. Кино об искусстве. Так и называется наша следующая номинация. Лучший фильм об искусстве. Гений и здоровье – две вещи несовместные. Ас Пушкин. Многие знают, что композитор Людвиг ван Бетховен, ну вот он, еще в молодости потерял слух и стал глухим. Стал совсем глухим и свою музыку писал исключительно по памяти. А? Да-да, иду! Кто звал? А? Но зато мало кто знает, что великий фламандец, живописец Рембрандт, к старости стал слепым и писал свои картины на ощупь. А где вы? Где вы? Где вы? Где вы? Где? Опа! Вот, чувствую. Легли. Так, вот так, легли. Ну, ничего страшного, так. Лежим, я все вижу. Лежим.
Вот так, вот так, 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 да. Знаете, я всегда говорю, что лучше один раз пощупать, чем семь раз увидеть. Где вы? Где вы? Где вы? Где? 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 Чувствую, чувствую. Так. Вот так, да? Чувствую. Почувствовал. Почувствовал. Момент. Так, момент. Сейчас. Ну вот, пожалуй, и все. Ничто так не красит картину, как художник. А кинокартину тем более. Номинация «Лучший художник кино». Конечно! Оу! Ну давай, уже открывай свой гараж, сколько можешь ждать? Сейчас! Ну давай быстрее! Сейчас откроем, я быстро! Сейчас, я быстренько! Художник Гурченко, любимая женщина механика Гаврилова. Художник Яковлев. Иван Васильевич меняет профессию. Без хорошего, грамотного, интеллигентного, образованного продюсера не будет хорошего кино. Поэтому у нас его и нет. Номинация «Лучший продюсер». Мистер Мэйн продюсер. Господин генеральный продюсер, мистер Макмаро говорит, что он просто в панике, потому что постановка на грани срыва. Все, что прислали американцы для съемки объекта склад, а именно масло, сахар, колбасу и другие продукты, все это до сих пор не оплачено. Поэтому поставку сигарет отлично, он говорит, качество. Для съемок сцены таможни сжигает контрабанду, он осуществит только после закрытой предыдущей темы. А в противном случае придется ставить вопрос как о сворачивании наших партнерских отношений на этой картине в частности, так и о закрытии идей к продукции вообще. Он говорит. Вы поняли? Так что ты толмачишь, он базарит. Ну, короче, пахан. Ну, короче, этот фраер шепелявит за балагаз, рассыпуху и чехнарь, что оттабанили тебя в прошлом месяце, бабки до сих пор не оттянули. Вот. Он говорит, что там, говорит, Хрустов на один чих, но за подлог, говорит, вот так кидать по второму кругу. Он говорит. Ну, в задачке еще и солома есть крутая, да? Ясно. Да, но базар будет только тогда, когда по уговору отклиняешь. Иначе, говорит, хана. Один, говорит, будешь вариться. Так что кончай, гнида, динаму крутить. Арик! Арик! Ну-ка стирать! Да, иду. Стирать! Иду, цыпленок. Стирать, там не постирано. Иду. Стирать! В номинации «Лучший музыкальный фильм» представляется фильм «Борис Годунов». Царь Борис Годунов услышал как-то мелодию
композитора Франческо де Милано. С тех пор он все время пел ее и выдавал за свою. Под небом голубым есть город золотой, гуляют там животные невиданной красоты. Одно, как желтый огнегривый лев, другое, пол исполненный очей, с ними золотой орел небесный, высоковато, чей так светил взор незабываемый. Бояре называли Бориса Годунова просто БГ. А холопа и того проще. То Б назовут, то Г. В номинации «Лучший спонсор» безусловно побеждает наша любимая фирма «Браво». Господи, так и хочется крикнуть. Браво, браво! Спонсор программы «Городок» – компания «Браво». Артист без кино – ничто. Но и кино без артиста – ничто. Вот так из ничего и получается ничего. Номинация «Лучшая мужская женская роль». Простите коллегу, мужская тире-женская роль. Нормально. Ну, давайте первую Дездемону. Давайте. Ирочка, давайте Дездемону номер один. Мотор! Свое новодушение Дездемона номер один пробуй. Можно? Можно? Можно. Дездемона! Обманщица! Умри! Отсрочь на сутки! Умоляю! Сопротивляться! Только полчаса! Нет! Поздно! Дай помолиться! Нет! Поздно чересчур! Стоп! Спасибо. Ну? Лажа. Да. Да, вяло как-то, скучно все как-то. Как-то. Да? Лажа. Надо вторую. Надо. Давайте вторую Дездемону. Ирочка, давайте Дездемону номер два. Сцена удушения Дездемона номер два. Проба. Сейчас. Печатки, пожалуйста. Быстрее. Обманщица! Умри! Отсрочь на сутки, отсрочь! Сопротивляться! Дай помолиться! Нет! Ну как это? Поздно! Это поздно! 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 Ну, полчасик! Нет! Поздно! Это чересчур! Что ж ты делаешь? Стоп! Стоп! Спасибо! Ну что? Орет хорошо. Нет, ну вторая лучше, чем первая. Просто первая хуже, чем вторая. Да? А, посмотрите его поближе, как да. Смотреться. Ты что, не снимал? Конечно, нет. Ты же оператор. Такой же, как ты, режиссер. Пойдем поближе ее посмотрим. Ладно. Ира, где эта Дездемона номер два? Бля, не... Где она? Вот это что ли? Все-таки ужасно интересно, что они там о нас думают. Они не только думают, они еще снимают о нас кино. Итак, мы представляем номинацию «Лучший иностранный фильм России». Кинокомпания «Лос Хулиганес» представляет фильм «Кремлевский мечтатель». Батеньки. Give me please a fire. У вас закурить не найдется? My cigarette, cigarette, fire. Give me please fire. Fuck you. Для вас, Владимир Ильич, всегда. Поют. Comrade.
Ленин. Товарищ Ленин. You have a lantern. Вы имеете фонарь под глазом. А, комрад Дзержинский, it's not a lantern. Товарищ Дзержинский, это не фонарь. What is it? Что это? It's Ильич's lamp. Это лампочка Ильича. А сейчас наш сюрприз. Номинация «Любимый фильм». Меня зовут Кюльчитай. В трудные и критические мои дни я открыла для себя Саида. За то, что он дарит мне чувство уверенности в себе. Еще я открыла для себя Абдулу. За то, что он подарил мне нетипичные для меня ранее чувство надежности и чистоты. Но главное, главное – сухо. Подвинь, Саид. Ой. Фу. Сухо. Ну. Жарко. Да, жара. Сухо. Чего? Дай закурить. Пошли вчера. Три пачки дал. Где они? Стреля.